Друзья, всем привет! Меня зовут Александр. Меня зовут Дмитрий. Мы находимся с вами в зале территории фитнеса Люберцы. И сегодня в этом выпуске мы вам покажем, как работать с подвесным оборудованием. Начнем с лестничного рукохода. Покажем несколько вариантов его прохождения. При выполнении первого варианта мы используем малый шаг перехвата рук и маятниковое движение из стороны в сторону. При выполнении второго варианта мы используем широкий шаг перехвата и маятниковое движение по ходу перемещения. При выполнении третьего варианта мы используем боковое перемещение на согнутых руках, и такой вариант можно отнести к силовому. Далее мы вам покажем два варианта прохождения вертикально подвешенного каната. Первый — это будет с использованием ног, а второй — чисто за счет рук. Двигаемся дальше, и сейчас мы вам покажем прохождение кольцевого рукохода. Следующее оборудование, с которым мы вас хотели бы познакомить, называется SpecDeck. В нем используется колья и доска. И в завершении мы вам покажем прохождение подвесных цилиндров. Подобное оборудование наверняка встретится вам на гонках с препятствиями, но это лишь малая часть из великого разнообразия рукоходов, представленных на ОКР стартах. Тренируйтесь, развивайте хват, будьте здоровы! Всем пока, с вами был Александр и Дмитрий.